Всем привет, ребят! Сегодня именно для вас. Я в трешке решил показать вам очень интересный баг. И в этом баге очень много прелестей, потому что сам по себе баг выглядит безумно, весело и смешно, и даже чуть-чуть жутковато. Ну, короче, ставь лайк и все вот это дело, а я начинаю. И, кстати, я вспомнил, что в свои старые времена, как вы помните, я снимал видос, как я клонировал бомжей, и мне кажется, это было слегка ненормально. Поэтому я решил сделать этот видос наподобие того, и блеснуть умом, так сказать. Поэтому начинаем. Мне кажется, эта машина всем своим видом говорит: как тебе такое, Илон Маск? Если вы еще вообще не поняли, что происходит, то я вам скажу, что эта машина полностью ездит сама, без водителя. Да, но если вы подумали, что это искусственный интеллект в трешке, то это не так. Как вы, наверное, уже поняли, эта машина просто управляется скриптами, а водила там нужны просто для реализма. Получается, это машина-беспилотник в GTA 3. Вот это да! Вот это класс! Конечно же, очень весело на это дело смотреть. Одновременно и жутко, когда ты видишь, что в машине нет водилы, а она полностью ездит за тобой. В один момент, когда я думал, что мы с этой машиной все еще друзья и типа играем в догонялки и веселимся, то она сделала вот так. Как мы уже все поняли, эта машина ездит без водилы, но она будет ездить за нами только при одном условии, если у нас будет розыск. А если розыска нет, то она будет ездить как обычная машина NPC. Ну что ж, теперь я расскажу, как надо делать этот баг. Во-первых, нам нужно загнать в это место несколько полицейских тачек. И сделать так, чтобы они из них заехали в воду, копы умерли, а машины остались. И потом они выедут за нами на скриптах и смогут догонять нас. Вот так вот это примерно работает.